блять, сука, куда ты летишь, нахуй? Да, вот я ему показала. Кретин. Ты мудак, а что ты охеревший-то такой? Кого вообще не пускать? Нифига, смотри, задел! Все, задел! Задел же он тебя, стоять, ты что? Да, на страхе. О, ты на собой смотри. Сохранить надо. Охереть. Что, встал, очканул или что? Сейчас у меня заденет, ну, канал. Пошла. А, номер запомнил. У него грязный номер. По идее, это сейчас останется на месте и все скажет, мне царапает. Нет, он поедет, что мы сегодня девятки. Поехали. Смотри, сейчас этого еще задел. Да охереть, у него бампер поцарапал. Две машины зацепил. Олень. И все поехали дальше. Все. Еще нормально.
чем мы обратимся, друзья, к важнейшим темам сегодняшнего дня. А таковые, на наш взгляд, сегодня, например, индекс бар... Может, ну я хуй знаю, сейчас посмотрю, вообще реально здесь проехать нет. Ну, возможно, что пиздец, они прям заблокировали перекресток. А у меня регистратора есть, кстати. Динамер, динамер. Ой, блин. Преувеличивать значение польского фактора в нашей отечественной смуте. Ба.
Да, да. На бок так ее.